Зашел в Роблокс и увидел, что Survive the Killer вышло новогоднее обновление? Нужно снимать. Захожу в Survive the Killer. Пошел в Survive the Killer. И охренел от этого всего. Вы просто посмотрите на эту красоту. Охренеть. Я в ахере. Это разрабы молодцы, конечно, молодцы. Ничего не сказать. Красота! Красотень! А что это там такое стоит? Это... Так, complete question to unlock. А, выполните квесты, чтобы получить этот дом. Короче говоря, выполняю новогодние квесты. А перед началом видео поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Итак, зашел я в Survive the Killer и выполнил первый квест. Итак, я почти выполнил все квесты. Первый я выполнил. Чтобы его выполнить, вы просто должны 7 дней заходить в игру. Второй квест, вы должны исцелить 100 человек. Третий квест, вы должны найти части снеговика. Четвертый тест, мы должны найти 10 печенек. И последний квест, вы должны найти 10 подарков. Вот за это все нам дают вот такую вот кабину. Ну, вот такой вот домик. Офигенный, реально крутой дом. Ну это... Итак, я перехожу на выполнение другого задания. Если честно, я купил еще вот этот нож за 50 гемов. Я просто забыл это снять. Я придурок. А почему я его не одел, кстати? Я не знаю. Вот так вот он выглядит. Еще, кстати, в этом видео я покажу вам промокод. Один, который вот даст вот этот вот ножик. Прикольный. Ножик прикольный. Для начала я выполню все задания. А потом мы купим несколько убийц и откроем, ну, боксики, кейсики. Я не знаю, как это назвать. Подарки, короче. Итак, я собираю последнюю печеньку. Я попал на фарм-сервер. Так, тут вот чел стоит. Мы фармим тут. Это отлично. Так. Что, выходим? Выходим. Так, да. Последняя печенька, получается. Да. Последняя печенька. И посмотрим вот такой вот, типа... Опа. Плюс 10 гемов и... Нож какой-то. Какой? А какой нам нож дали? Я не знаю какой. А нам что-то вообще дали? По-моему, нам не дали. Ну ладно. Ну и ладно. Не очень-то их, ну, нормальный нож, он мне не очень нравится, так что пусть будет, пусть не надо, мне пофиг. Ну, реально, оно мне не так, нравится. Так, я заспавнился прям в жопе жопной, и реально, шарф. Короче, тут челы выбрали. Спасибо, что выбрали. Во-первых, напишу это. Реально, спасибо вам огромное. Блин, я написал что, я придурок? Почему я что написал? Блин. Сейчас, звездочка, где звездочка? А, звездочка, где? А где у меня звездочка, ё-моё? Ой. А вот что. Еще спасибо. Спасибо тебе. Спасибо вам огромное всем. Реально спасибо. Спасибо вам огромное.
Ой! Какие вы молодцы! Какие вы молодцы все же! Вот. Итак, как началась? Я хочу добавить этого чела в друзья. Реально он хороший. Это вот этот вот. Кто там еще был? Какой-то СД. А, вот еще. Вот еще Ин Ян какой-то. А, он вышел с севера. А чё там? Да боже мой. А в чём проблема? Ой, блин, да в чём проблема? В чем проблема, чат? Что с тобой? Нет. Я не вижу, что они написали. Ну ладно. Последний подарок. Последний подарок остается. Мне остается только воскресить еще сколько там? 27 человек. Так. Новая катка. Я надеюсь, я смогу возродить всех. Так. Что? Ой, боже, я уже обосрался. Я думал, Wi-Fi уже офнулся. Но не офнулся, слава богу. Опа-на. Шанс. Но я не успею. Ну, он меня не потерял. Вот это вот не очень. А, ладно. Он таргетер. Как, ну ладно, кемперы, ну типа кемперы. Они, ну из-за кемперов ты хотя бы не сдохнешь. Но из-за таргетеров. Из-за таргетеров легко сдохнуть. А где клоун? А кто-то умирал? А, вот клоун. Как говорится, вспомнил говно, вот и оно. Ну, не, ну а чё, по факту. 10 человек ему нужно убить. Ё-моё, не завидую я тебе, если честно. Не, на самом деле я преувеличил то, что, типа, завтра выйдет видео. Скорее всего, тогда уже послезавтра выйдет видео. Наверное. То есть не 27, а 28 декабря. Потому что мне еще нужно записать геймплей на убийцах, которые я куплю. Все, я выполнил задание. Фух. Дофигища титулов дали. 10 гемов. Да еще и кабинку новую. Что, возрождаемся? Чел даем килл? Ой, боже, наконец-то я это сделал. Вот так, это все выполнено. По ножам мне почему-то или дали. Нет, мне не дали почему-то эти ножи. Ладно, может перезайти надо. Вот он. Вот он, красавец. Я не могу, офигенный дом. Сюда пока что давайте поставим, пока что. Вот это вот пока что. Красавец. А вот сюда вот этого вот. О, все. Блин, офигенный дом. Вы просто вот так вот спишь и смотришь, как там все бегают. Офигеть. Вот это он огромный. Не, реально крутой дом. А как я это...
Чего? А как я... Ладно. Блин, реально круто. Очень крутой дом. Наконец-то у меня новый дом. За 3 года игры в эту замечательную игру, конечно же. Ну ладно, без шуток, это реально прикольная игра. У меня первый дом. Первый мой дом. Офигеть. Итак, мы же получили этот домик. Теперь его нужно обустроить новыми ножами и новыми убийцами. А как это сделать? Правильно, купить их. Не зря же я копил 22 тысячи монет. Не зря. Так. А где тут что? Я не помню, я вам говорил или нет, но вот этот нож, я его уже купил за 50 этих гемов. А здесь у меня есть Present Head. Я хочу себе вернуть Санту. И я хочу... Тебя я хочу. Покупаем. 12 тысяч остается, и 12 тысяч я потрачу на открытие вот этого всего. Погнали. Посмотрим. Фу, стрёмно на самом деле. Потому что быстро улетели уже все монеты почти. А выпасть мне может все что угодно. Ладно, давайте откроем 5, мы выберем, и 5, типа, оно автоматически. О! Прикольный нож. Не самой худшей редкости, кстати. Опа-на, желтые. Блин, не угадал, так и знал, что где-то там внизу будет. Ладно, но зато красивый. Тоже зеленый. Давайте сюда. Блин, он там же был. Ну ладно, Аврора, в принципе, неплохо. Опа-на! Блин, обидно! Реально обидно. Я в последний момент подумал, что оно будет там сверху, но... Блин, обидненько. Ой, что-то мне вообще не везет. Ага. Ну, такое себе. Мне не очень это нравится почему-то. Даже не знаю почему. Ага, розовые. Давайте. Боже. Это сложно самому выбрать. О, опа-на. Это мой шанс. Да ну ё-моё. Ай! Улетает все, улетает очень быстро. Если не получу, будет обидно. Вообще не везет. Прям вообще не везет. Вообще, господи. Ё-моё! Как же мне не везет. Ё-моё! Ёлки-палки. Чего? А, шанс! Давай, пожалуйста. Где? Где? О, стрёмно максимально. Почему нельзя хоть чуть-чуть посмотреть, где там, что там? А ну-ка. Может, как-то так? Нет, да блин, как мне посмотреть? Я хочу посмотреть как-то. А, мне стрёмно. Я просрал всё и... Да ну... Это лютый скам. Ой, жопа жопная.
Ё-моё. И, кстати, вводите код Holiday. Он вам даст вот этот вот нож. Нож прикольный, сразу говорю. Так что активируйте код побыстрее, пока он действует. Сейчас будем всех есть за подарочка, огромного подарочка. Вот такого вот подарочка с 22 года. Вы можете его купить сейчас тоже, но за 10 тысяч. Погнали за подарочка всех есть, кушать. Вижу уже чела. Даже двух. Вау. Даже трех. Даже четверых. Даже шестерых. О, я не знаю, как это я хитанул его. Ой. Так, ладно. Ё-моё. Сейчас их в итоге всех потеряю. Опа-на. Ну. Всё? Он умирает? Я не знаю, как это хит был, но ладно. Я не против. Чё там, где они? Они, наверное, уже все ушли отсюда. Ну да, они ушли. Так. Я думаю, они где-то там гуляют. Не, вот там вот где-то. Хотя нужно... Она тоже умерла? Да ладно, ее не спасли. Окей. Нужно проверять эти... забегаловки. А ну-ка. Наконец-то. Так. Палаточки тоже нужно проверять. Все-таки. Так, ну ты умирай давай. Блин, где они спрятались? А реально, где они спрятались? Как думаете? Ну, я не пойму, где они спрятались. Реально непонятно. Здесь? Ну, там вроде никого я не видел. Блин, а где они? 5 человек. 5 человек. Где эти 5 человек? Ё-моё. Чё-то у меня такое ощущение, не все на втором выходе. Ну, на вот том вот. А я успеваю до него добежать? Успеваю. Убиваем. Парень тоже. Ну, и там один чел сбегает. А второй... А второй бежит ко мне. Ну, неплохо.
Неплохая каточка. 7 человек умерло, 2 сбежало. Ну, неплохо. Итак, я стал Дедом Морозом. Дед Мороз — это, конечно, хорошо. Главное, им всем подарков надарить. Вот мои подарочки, вот вы как видите, вот эти подарочки. Я их всех подарю им, конечно же. Конечно же. А, мой FPS умирает. FPS, не умирай, пожалуйста. Да ну ё-моё, давай быстрее уже. Проходи. Возле меня тусуешься. Молодцы, умираете. Ага, она пошла спасать, да? Ну да. Угу. Так, кто, откуда, что, чего, как, когда, где? Ага, я думал это. Блин, пойду спасать, я уверен. Вы серьезно? Ну, спасибо. Вы сейчас серьезно? Ну, вы сейчас серьезно? Блин, вы это серьезно? Да ты умрешь в этой жизни. Так. Да ну ё-моё. Сложно играть за больших маньяков, поэтому я... если продаются маленькие маньяки, я всегда покупаю маленьких. Вот абсолютно всегда. Ну потому что за больших реально неудобно играть. Вот абсолютно неудобно. Ну как это называется? Так, ну хорошая каточка, в принципе. Начало удачное. Хотя какое начало? Это уже середина. Это далеко не начало. А можно, пожалуйста, хит? Спасибо. Так. Опа-на. Да ну вы... Да меня вымораживает это. Вот, вот сейчас, как это хит был? Почему я к ней вплотную был, это не было хита. Только я отошел, хит как-то произошел. Все, отлетай. Никто этой фишкой не пользуется, а чё это? Реально, чё этой фишкой никто не пользуется? Так, где еще 2 чела? У одного чела 1 жизнь, мы это знаем. Вот это чел, у которого 1 жизнь. Последний, наверное, на том выходе, у меня такое ощущение. Ну да, ну все, я не успеваю. Отлично. Один чел только сбежал. Я же говорил то, что мы им подарим подарки. А еще мы их запихнули в мешок. Играем за лилипута, конечно же. Как же не купить маленького?
Маленькие убийцы всегда хороши. Абсолютно все. Неважно, как они выглядят, они отличные. За них очень удобно играть на самом деле. Погнали. Кстати, я заметил то, что теперь не в спортзале спавнится убийца на этой карте. А, мой FPS. Я не знаю, как это был хит. Я, конечно, ожидал, что он прыгнет. Ну и хитрый, конечно. Девочка. Да ну девочка, ну как это называется? Да ну вы задолбали. Да ну блин, наконец-то. Ого, троих уже. Троих забрал на тот свет. Да, расскажи. Так, ага, а как это произошло? Ну ладно. Четверых отправил на тот свет. Опять. Наслышан на тебе. А, ее здесь нет. А где Даша путешественница? А куда она делась? А где она? Я не понимаю. Всех спаса. Отлично. Опа-на! Отлично. Кого ты там собралась спасать? Скажи мне, пожалуйста. Вот за это я люблю маленьких киллеров. Вот реально очень комфортно играть. Поворотливые. Маленький, еле заметно, вообще отлично. Опа-на. Наслышано тебе. Ага. Бывает разочарование. Ее спасли? Нет, ее не спасли. Ее не спасли? А как это? Почему это? Отлично! Всех! Всех, абсолютно всех! Я же говорю, вот за это я люблю маленьких убийц. Именно за это. Легко. Просто. Всех. И хочу передать спасибо. А старый 55, он помог найти мне шарф. Спрашивал, ну короче, хотел мне еще с чем-то помочь, если мне что-то оставалось. Астар, передаю тебе огромное спасибо, огромный привет. Подписывайся на наш, на мой канал. Подписывайся на мой канал, я буду всем рад, особенно тебе.
Дальше я... Дальше передаю спасибо SSD 3435. Этот человек в катке, когда я был у нас в цирке, он меня не убил. Спасибо тебе за это огромное. Спасибо, что вы вообще помогли мне этот шарф найти. Спасибо вам огромное, что вы выбрали эту карту. Огромное вам спасибо. Я вам двоим рад. Очень рад. Спасибо вам огромное. Также хочу сказать огромное спасибо Янгу. Он тоже помог найти шарф. Он тоже голосовал за карту, где шарф. Огромное тебе спасибо, Янг. Я вам всем передаю огромный привет. Надеюсь, вы увидите это видео. Всем я желаю удачи. Всем хорошего настроения. Всех с Новым годом наступающим. И всем пока.